Сценарий — это фундамент и основа будущего фильма. И какой будет фундамент, такой будет и дом. Драматургия лежит в основе всего. И без сценария, без сценариста, без драматургии кино не существует. Главная цель — это сделать хорошее кино. Сценаристы, ровно так же, как, например, режиссер, и, наверное, продюсеры и главные актеры являются, собственно, таким первым лицом на проекте. Хочется их показывать, о них рассказывать, чтобы они говорили о себе, чтобы они... Иногда это люди, которые не умеют говорить, и это хорошо, они умеют писать. Мы смотрим фильм, а не читаем текст. И не всегда понимаем роль этого текста, который иногда просто решающий. Сделать такой состав обвиняемых: сценарист, режиссер, оператор, артист, продюсер. Я думаю, что сценарист был бы в числе первых. Сценарий. История должна быть между людьми, интересного зрителя. Собственно, одна из целей там школы индустрии — это количество талантливых людей постепенно расширить.